даже из Юрмалы. Ой, Юрмала. Вот какой у нас ветер. Причем вот уже второй раз. Очень сложно снимать, все заклинивает, руки мерзнут. Вот в понедельник был такой ветер. Тогда вообще тут все закрыло, было перелито водой. Вот сейчас чуть-чуть меньше тут воды. А все равно видно, как прибавляется вода. О, как раз. Это вот та самая спасательная станция. Но ветер, мне кажется, чуть-чуть меньше. В понедельник было до 32 метров в секунду. И даже трещина именно здесь, недалеко, на нее напало дерево. Обрушилось, то есть. Тогда я тоже поснимал, но чуть-чуть позже. Уже темно стало, но все равно я, может быть, добавлю отрывок от снятого тогда материала. Тогда такой луна яркая светила. Сегодня тоже уже крышу сорвали. Здесь же в Каубере. Даже физкультуру делает. Ну вот так у нас сейчас эта неделя. Птичкам тоже трудно. Сколько много тут птичек здесь. Стараются спастись. Куда иду ближе, то тут уже может волна прийти. Вот. А то, что вы дальше увидите, это уже из понедельника. Тогда был ветер еще сильнее. Вот тут домик стоит с самого берега моря.